Привет, друзья! Давайте так начнем. Привет, мои друзья, подписчики и просто гости моего канала. Вы помните, да, в предыдущем ролике я выводил своей кошечке Маркизе, такое имя у нее. Кот Маркиз, есть кот в сапогах, да, у нее такое имя Маркиза. Те капли не помогли, блох у нее также море, она у меня живет во дворе, и почему я сегодня решил снять этот видосик, она очень рвется ко мне в постель, в дом, в тепло, на улице уже конец октября, и довольно холодно. Друзья, вот такой вот я взял шампунь, сейчас я немножко так сфокусирую камеру. Купаться надо, блохи надо выводить, друзья, я вот сейчас опять рискую остаться без рук. Давай потерпим немножко. Я понимаю, ты замерзла, да? Немножко потерпим, давай. Видите, уже идет агрессия, друзья. Я ее в тазик с водой. Видите, она сопротивляется уже. Уже пришла в себя, да, за неделю. Нашей Маркизе не нравится принимать ванну, видите? Совсем она не в духе сегодня. Смотрите, какая крыска, друзья. Какая, да? Так, терпим, терпим, терпим. Укутаем, как младенца, друзья. Вот так вот она боится. И столько грязи еще с нее смылось. Ну вот, друзья, наша крыска. Она опять на меня обиделась, хотя мурчит. Думаю, хоть этот шампунь я взял, мне в зооклинике его посоветовали, то есть там ветеринары сказали поможет. Сейчас еще воды нагрею немного и смоем остатки шампуня. Друзья, я взял ей вискас для котят, курица рагу, такой вот вискас. Видите, для котят от 1 до 12 месяцев, я думаю, от котенок ей месяцев 5. Вы знаете, что наши маркизы, друзья, я в ужасе, я случайно увидел какой-то черный налет у нее в ушах. Потом зашел в том же ютубе, в котором мы с вами сидим и смотрим сейчас данное видео. Посмотрел, это оказался ушной клещ. Сейчас я вам покажу. Подписываемся на канал, ставим вот такие вот жирные королевские лайки. Еще такая просьба, наверное, это должен был это самое первое сказать. Если у вас есть возможность, у вас или у кого-то у ваших знакомых, может быть, вы кому-то покажете это видео, и может кто-то у меня эту кошечку заберет или на передержку, пока я на вахте буду, или навсегда. Привет, друзья! Давайте так начнем. Привет, мои друзья, подписчики и просто гости моего канала. Что я сегодня для вас хотел снимать? Давайте так вот начнем. Мне кажется, так будет более правильно, что ли, потому что, может быть, и просто люди заходят, и просто смотрят видео, не подписываются, или кого я не знаю, не мои друзья. Вы помните, да, в предыдущем ролике я выводил своей кошечке Маркизе, такое имя у нее. Кот Маркиз, есть кот в сапогах, да, у нее такое имя Маркиза. Я специально такое имя не выбрал, поскольку я думал, что это кот. Сегодня я зашел в зоомагазин купить еще одни капли, кстати, друзья, от блох. Те капли не помогли, блох у нее также море. Она у меня живет во дворе. И почему я сегодня решил снять этот видосик? Она очень рвется ко мне в постель, в дом, в тепло. На улице уже конец октября и довольно холодно. Я зашел сегодня в зоомагазин, показал фотографии, когда покупал капли. Меня девушка спросила, сколько возраст моему, вернее, моей кошечке. Хотя я до конца не понял, кошечка это или кот. Я показал фотографию, и, друзья, она меня, представляете, поздравила и говорит: я вас поздравляю, у вас кошечка, потому что котов трехцветных почти не бывает. А у нее, оказывается, черепаховый окрас. Поэтому вы зря на самом деле не хотите себе взять у меня вот это вот создание прелестное. Я его отдаю, поскольку я в автобик мотаюсь по вахтам и не знаю, что вообще делать мне с этим вот созданием милым. Я уже к ней прикипел, и она в меня влюбилась. Любовь с первого взгляда, я в том ролике говорил, но
Вы понимаете, не везде на вахте можно брать с собой животное, поскольку у нас селят хостелы, там по 10, по 12 человек в одной комнате, а комната 5 на 5 метров. То есть, ну, как вот моя кухня вот эта. То есть, вы представляете, да, ну, может, чуть побольше. 10-12 коек, мы как на зоне в тесноте. И представьте, еще животное. Хорошо, если я на прошлую вахту поеду, там я в вагончике жил, у нас там жило 6 человек, и там более-менее можно и лоток поставить, и она зимой там может спать со мной, и все. А если меня, например, в обычный хостел поселят, друзья, то, кстати, она рвется там у меня на веранде, рвется быстрее, вот видите, тазик греется, купать будем. Сегодня будем купать, я купил шампунь. Вот. Короче, друзья, мало места, вот. Поэтому я маркизу, но как мне вот сказали, я как бы не спец такой, я не ветеринар. Я смотрю, вроде бы на яички похоже, ну как вот там у кота, да. У женщин это, ну, у меня уже, извините, влагалищем называется. То есть, а девушка сразу сказала вот по цвету, что это кошечка. Если мне присмотрелся, да, вроде бы там мешочка нету, там, ну, дырочка. У меня, извините, я на дети будут смотреть. Я ни в коем случае не похабный человек. Вот, просто там темное у нее вот это все вокруг. Но я думаю, наверное, яички, ну, маленькие еще, они небольшие. Оказывается, она кошечка. Наверное, у нее вот просто темная вот эта вот дырочка ее. Извините, друзья, вот так вот получается. Как-то до вас донести, чтобы вы меня понимали. Вот. Я сегодня решил, поскольку, ладно, она будет в тепле со мной спать, решил окончательно о своей маркизе вывести блог. А может, в дальнейшем, если мне не получится ее никому из вас вручить, я ее сделаю символом канала, она будет со мной во многих видосиках. Может быть, даже на вахту с собой ее возьму и поснимаю с ней видео. На данный момент я вам хочу показать, какой я шампунь приобрел. Сегодня, кстати, у меня хорошее настроение. Я немножко и пивасика так подпил, наверное, по мне видно, что я довольно-таки веселый. Не как обычно, там, грустный, груженный, видосики у меня такие жизненные, да. Сегодня я такой вот веселый, и о жизни так особо думать не хочется. Хочется как-то вот развеяться. Ну и, наверное, маркизу нашу с вами тоже мы покупаем. Кстати, подписываемся на канал. А кто, друзья, подписчики, просто гости, вон, гостей касается, кто еще не знает, что за канал, канал называется Жека. Если вы случайно на этот видосик попали, это наш с вами, мои дорогие друзья и подписчики, канал. Я снимаю для вас в первую очередь, потому что не одиноко, я одинокий холостяк, и вот в моей жизни вот так вот появилось какое-то создание новое, кошечка вот это, да, но все равно я как-то вот с вами делюсь своей жизнью, своими событиями, снимаю влоги, канал новый, ему около года. Пока он мне денег не приносит, да и донаты особо вы не донатите, как бы, да. Я думаю, вы задонатите на пару пакетиков вискоса нашей с вами Маргарите. Почему говорю с нашей с вами? Потому что этот видосик вы тоже будете смотреть, снимая для вас. Поэтому, наверное, он не только это мое видео, а я делюсь им этим видео с вами. Значит, это наша с вами, получается, Маргаритка. Вот. Вот, кстати, друзья, давайте я вам покажу тазик и что я купил ей от блог. А сейчас будет, друзья, не реклама, я просто не знаю, но пока что я еще неизвестный, поэтому я думаю, эта реклама не считается. Когда я буду супер-мега известный, как какой-нибудь Хованский или там какой-нибудь Литвин, да, тогда я буду уже там как-то заделывать надписи, названия, как-то там мылить видосики, да, чтобы нечитаемо было. А в данный момент, думаю, это не особо-то и реклама, меня мало кто смотрит, там от силы, может быть, 100, там, может быть, 200 человек и посмотрит видос, у меня пару тысяч подписчиков, но что-то смотрю, активность на канале вообще почти никакая, поэтому подписываемся, вернее, и друзей своих на меня подписываем, ставим вот такие вот жирные королевские лайки. Вот, давайте я вам покажу, что я приобрел. Друзья, вот такой вот я взял шампунь, сейчас я немножко так сфокусирую камеру, вот, снимаю одной рукой на телефон, поэтому не обессудьте, если качество съемки не выше. Такой вот лапушка называется, шампунь инсекционный, инсектицидный, извиняюсь.
Вон блоха нарисована, перечеркнутая, видите, да, вон блоха. Кошечки, собаки, 116 рублей. Защита собак, кошек, щенков и котят от блох, пшей и лосоедов. Ой, ой-ой-ой-ой, там у меня что-то происходит. Ты что творишь, Маргаритка? Вот она лазит, видите, и не терпится. Так, иди сюда. На кровать нам нельзя. Так, вот такой вот, друзья, такой вот, короче, шампунь. Сейчас я буду в тазике. Вот я воды накипятил, подогрел для приятной температуры для тела. Комнатная такая температура, ну не знаю, градусов, наверное, 36-30. Такая вот, такой тазик, шампунь. Такой вот шампунь. Вот полотенец, он уже выстиранный. Блин. Давайте, друзья, такие, кстати, капли от блох, но это я уже буду и через 3 дня делать. Друзья, вот такие вот я сделал тампончики. Короче, тампончики хочу в уши, чтобы вода не попала из ваты. Сейчас я буду делать и снимать. Если что-то не так, вы меня простите, но как могу, так и... Блин, полотенце упало. Как могу, так и снимаю. По-другому. У меня оператора нет, к сожалению. Сейчас будем мне в уши тампоны, друзья, засовывать. Видите, ей не нравится, но надо. Сейчас я боюсь, что я останусь без рук. Мне всего расцарапают. Вот видите, как она стряхивает. Ладно, будем тогда без тампонов. Я вот ей в уши сую, чтобы ей как-то вот такие вот штучки делаю. Вот как-то вот. Видите, а ей не нравится. Ну ладно, будем мы сейчас ее купать. Так, если ты будешь вырываться, дорогуша, вот сейчас я... Так, здесь будет. Дорогуша, если ты будешь вырываться, то я тебя... Так, ей не нравится. А купаться надо, блохи надо выводить. Друзья, я вот сейчас опять рискую остаться без рук. Она уже поправилась более-менее. Но может мне сейчас, друзья, устроить настоящую порку. Он уже пищит, слышите, да, ей не нравится. Вода нормальная, не горячая, вода приятная, температура. Сейчас мы будем ее вот этим вот шампунцом, который я вам показывал, мылить и купать от блох. Потому что мне блохи в доме, друзья, не нужны. Да, Маргаритка? Будем мылиться? Так, давайте я камеру постараюсь как-то поставить, чтобы видно было, не знаю. Давайте попробую. Беру шампунь. На тело намылить надо. Беру кошечку. И мылим, 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 мылим. Так. Думаю, вот так вот, давай. Давай, так вот, намылим тебя. Так, друзья, как-нибудь повернуть бы, чтобы вам видно было. Вот так вот. Видите, она вроде бы не дерется. Это опять же вроде бы. Нам Бог с тобой. Блох не надо. Все. Вся напряглась. Я понимаю, не нравится. Ну что могу сделать? Все, у тебя блохи. Хвост тебе надо. Так, подожди. Я понимаю, что тебе не нравится. Голову тоже. Кошек стоять. Вот здесь. Тебе сейчас все помогу. Yeah.
Видите, вроде бы, друзья, вроде бы она не дерется со мной. Надо ее намылить. Намылить всю. И чтобы она так минут 7, как вот написано, сколько написано, 7-10 минут. Вот так вот она так передвигалась. Видите, я ее мылю, вроде бы она не кусается. Не... Я понимаю, тебе не нравится, а чего сделаешь? Сейчас блохи побегут с тебе. Подожди. Лапы дай. Для тебя же стараюсь. Для тебя. Друзья, блин, оператора нету, жалко. Думаю, я сейчас... не получу по заслугам. Видите, камера падает. Так. Стоять. Я понимаю, неприятно. Видите, она себя вылизывает. Залезла на кровать, от меня убежала. Так, здесь будь здесь, подожди. Друзья, видите, крайне неудобно. Существо убегает, уже на меня злится. Я бы, наверное, так же злился бы и возникал. Так. Давай я настрою камеру. Сиди спокойно. И сейчас мы будем... Подожди. Когти не выпускаем. Не выпускаем когти. Так. Ай, как же неудобно, друзья, снимать. Сердечко-то бьется, я понимаю, но... Ты сейчас мне подожди, блох, оставляешь везде. Видите, я ее мылю. Мне не нравится, я понимаю, ты меня прости. Я понимаю, подруга, тебе не нравится. Видите, как она... Все мыть. Блохи везде. Чтоб они, суки, все сдохли, да, друзья? Я немного чокнутый, наверное, что так вот. Вы скажете, издевается над животным, но... Друзья. Никуда деваться. Так. Надо... ванны принимать, купаться и не кричать, не возникать. Тебе не нравится, я понимаю, блохи вон они. Вот я ее мылю всю. Такая крышка маленькая, да, когда ее выкупаешь. Главное, что когти такие серьезные, потому что это крысоловка. Когти у нее хорошие, она когтями может поранить конкретно, друзья. Может, блин, сделать очень больно, у меня шрам на другой руке, вон она уже, ей уже не нравится. Друзья, я ее в тазик с водой, видите, она сопротивляется уже. Уже пришла в себя, да, за неделю. И отъелась немножко, да? Так. Купаться надо, купаться. Так, друзья, видите, тяжело сейчас. Крика. Так, мыться. Смываем, все смываем. Мне нравится, дрожит, боится, она животное.
понимаю, не нравится, а что делать? Снимаю. Друзья, ну короче, будем ванну принимать. А что не надо, тебе не нравится. Так вот. Берешь. Все. Не пищи. Ну все хорошо. Я ж тебя не обижаю. Я просто хочу, чтобы блохи с тебя все вышли. Я посмотрю, я тебя шампунькой какой намылил. Купаю тебя. Мы тебе еще капли сделаем. Мы ж тебя первый раз тебя мыли, блохи с тебя не вышли. Значит, водичка теплая, приятная. Посмотри, я тебя глажу. Посмотри, как я тебя люблю. Ты ж хочешь со мной спать? А я с блохастой спать не хочу, понимаешь? Я с блохастой спать не буду. Кошечкой, да. Блох-то надо выводить. Ведь я сейчас шерстку всю помою. Посмотри. Смотри, блошки все с тебя вылезут. Сейчас мы тебя еще раз намылим. Крыска маленькая. Мы тебя... Давай. Друзья, я у себя на даче, поэтому то, что на пол льется вода, она вся уйдет в подвал. Я еще раз намылим сейчас. Блин, ну меня не тряси. Видите, как меня обдала. Ничего страшного нету. Смотри, кто б меня так купал, а? Кто б меня так мыл, как тебя, а? Смотри, ничего страшного нету вообще. Зато мы тебя отмоем. Ты не будешь блохастая. Так вот ты должна... Подожди. Видите, друзья, ее надо подождать, чтобы вся гадость вышла. Видимо, шампунь не сразу действует. Я не знаю, видно меня, нет. Но мы будем, да, купаться с тобой, смотри. Опа. Побольше шампуня теперь с тобой на макушку нальем. Вот сюда нальем тоже. Смотрите, какая крыска, друзья. Какая, да? Так, терпим. Терпим, не вырываем. Давай потерпим немножко. Я понимаю, ты замерзла, да? Немножко потерпим, давай. Видите, уже идет агрессия, друзья. Значит, надо ее. Уже идет агрессия, значит, не нравится. Ну все, друзья, в принципе, я думаю, вам видно. Вот она пищит. Ей не нравится, да? В тот раз она так не пищала, потому что я ее пригрел.
И она уже, ну, как бы пришла в себя, тогда она голодная была, замерзшая, да, сейчас уже отъелась на вискосе, на корме, и ей купаться, естественно, уже тогда выбора не было, а сейчас уже у нее есть выбор. Поэтому давайте, наверное, друзья, мы не будем ей особо выбор давать, ее оботрем, сейчас немножко еще покупаем и избавимся от блох, еще капли закапаем. Я не хочу с блохами спать, я понимаю, что кошачьи блохи не передаются человеку, но это довольно неприятно тоже. А ей, видите, ей не нравится ванны принимать. Итак, подруга, ты вначале купалась нормально. Блох будем выводить. Хвост. Как мы с тобой делали тогда? Вот. Лапу убирай, когти. Когти убираем. Видите, друзья? Не подумайте, я не живодер никакой, но нашей маркизе не нравится принимать ванну. Видите? Совсем она не в духе сегодня. Пищит, боится. Ну, шампунь, да, шампунь. Мы с тобой шампунь хороший используем, маркиза. Хороший шампунь, да? Жаль, что меня не цапнуло, не поцарапало, вроде бы. Зато у тебя блох не будет. Так, друзья, надо ее нести обтирать. Так, надо полотенце найти. Вот оно, полотенце наше. Так, сейчас мы будем ее обтирать. Укутаем, как младенца, друзья. Вот так вот она боится. И столько грязи еще с нее смылось. Может, еще и обсикалась. Вся дрожит, замерзла. Здесь тепло, я газ включил. Отопление. Вернее, пришел сосед и включил мне, помог. Видите, она... Сейчас камеру поправлю. В этот раз она далась. И я ее как-то смог так вот укутать. Она уже так не вырывается, потому что понимает, что в принципе деваться некуда. Блох мы с тобой, я думаю, вымыли, не знаю. Ну вот, друзья, наша крыска, она опять на меня обиделась, хотя мурчит. Думаю, хоть этот шампунь я взял, мне в зооклинике его посоветовали. То есть там ветеринары сказали, поможет. Сейчас еще воды нагрею немного и смоем остатки шампуня, и я подключусь, уже буду без вас смывать. В принципе, все самое интересное мы сняли. Это кто не купал никогда, увидели, как это вообще происходит. Красотка, да? Скажи, я буду теперь красотка, да? Маркиза. А? Ладно, маркиза, давай. Пойду я, буду еще ставить, подогревать немножко для тебя. Друзья, наша маркиза уже мурлычет, да, не обижается на меня. Да, маркиза? Она меня простила. Чем я люблю дворовых кошек, друзья, они совсем без обид. Сейчас бы какая-нибудь породистая была, она бы меня из-под тишка бы цапнула бы. А этот он... прощает, что ли, все, я не знаю. Пишите в комментариях, как вы считаете, каких вы больше любите животных, породистых или беспородистых. Но мне кажется, это какая-то особенная порода, как чебурашка, прям похожа на чебурашку. И обиделась, да? Это на меня обиделась. Зато теперь блох не будет. Вот, друзья, как чебурашка прям. Что хотел сказать-то? То, что
Другая бы уже мне в руку вцепилась. Я бы, наверное, был на ее месте, я бы уже вцепился двумя лапами, наверное, даже четырьмя лапами в руку бы, и зубами бы еще вдобавок, и грыз бы. Вот. Она, видите как, она как-то вот, не знаю, то ли ее шпиняли, обижали, что она уже все готова стерпеть, и лишь бы хорошо ей было. Вот. Но не знаю, я не могу этому созданию не дарить любовь, потому что настолько мне вот ее жалко. Настолько она классная, настолько она нежная, ласковая. К тому же я думал, это кот, и это кошечка оказалась, друзья. Но я просто в восторге. И мне хочется всячески ей помочь, пусть это иногда и варварски получается. Да, видите, она с характером, она от меня отвернулась. Показывает то, что она все-таки кошка, независимое создание. Показывает то, что она в данный момент со мной дружить не особо хочет. Вот, но я это же делаю все для нее, чтобы ее эти твари не грызли. Вон они уже вылазят. Им уже не нравится, чем я ее намылил. Да они даже на пальцах остаются. Как какая-то часть в тот раз я же мылом ее хозяйственным намыливал, и не вышло. Друзья, смотрите, как наша особа намывается, какая она чистоплотная. Мне кажется, люди не такие чистоплотные, да, как вот это вот создание, божье создание, вот это вот дитё, вернее. Посмотрите, да, насколько она аккуратная. Кстати, бложки, давай посмотрим. Видите, она уже ей не нравится. Ну, бложки, друзья, бложек я не наблюдаю, не могу ее перевернуть. Видите, она и так уже стресс испытала. Это большой стресс, на самом деле, для кошки. Кошки вообще не воду не любят, а это еще как-то перетерпела, да? Наверное, потому что она котенок. В принципе, можно к ваннам приучить, постоянные ванны. Даже полюбит она купаться, в принципе, может полюбить. Я знаю, видел на ютубе много видео, там, да, где кошки, они сами лезут в ванну, там, в тазик с водой. В принципе, можно со временем ее приучить принимать ванны, вот, но бложки, я думаю, я видел, кстати, друзья, я вам показывал, даже есть там какие-то бложки, но думаю, что они, видите, она на меня обиженная, на это временно, все, она сейчас, она быстро отходит и будет опять нежная, ласковая, вот, а нам самое главное, чтобы она не чесалась, и это дискомфорт, это очень большой дискомфорт, я считаю, то, что когда тебе что-то кусает, это не очень приятно. Она уже, друзья, мурлыкает. Мур, мур, да? Мур. Маркиза Мур, да? Такая, друзья, прелесть. Смотрите, какая морда у нее. Какая морда. На крыску похожа, на самом деле, да? Так блох мне главное не натряси. Маркиза, не натряси мне блох. Ну все, пусть она, друзья, делает свои дела. А мы с вами пойдем по своим делам. Свои дела. Я взял ей вискас для котят, курица рагу, такой вот вискас. Видите, для котят от 1 до 12 месяцев, я думаю, это котенок, ей месяцев 5. Вот ей подогревают до приятной температуры, холодная тоже кошкам давать нельзя, она может заболеть, тем более после водных процедур, после баньки нашей с вами, да, она может скушать холодное и закашлять, например, там чихать, я не знаю, температура подняться. Поэтому мы ей немножко вот подогреем до приятной температуры, опять же. Не обращайте внимания, у меня плита загаженная. Недавно ее мыл, просто я холостяк, у меня вот так получается. Поэтому, друзья, я обещал вам, что я брошу курить, обязательно брошу. Я бросил, а просто сегодня немного выпил пивка. И вот и когда я выпиваю алкоголь, я всегда закуриваю. Вот. Я могу не курить, я уже 2 недели не курил, но я вот выпил и я закурил. Завтра опять не буду курить, но вот сегодня вот я хочу покурить. И плюс сегодня я набрался смелости еще раз искупать, потому что, ну, кошечка реально отошла, уже пришла в себя, да, и я думал, ну, то, что сегодня это по-любому я буду поцарапанный. Но видите, как сегодня мне опять обошлось. Я эту пантеру, эту тигрицу постирал, можно сказать, без жертв. Вот, обошлось, друзья, без жертв. Вот, а курить я обязательно брошу. Вот. Жизнь немножко нервная, поэтому я и, наверное,
иногда закуриваю, друзья. А вам не советую курить. Я ни в коем случае не пропагандирую вот это вот говно, вот эту гадость. Вот, ни в коем случае не курите. Это плохо, это вредно для здоровья, друзья. Я за здоровый образ жизни. Блох я не вижу, посмотрите. Видно. Ну не пищи ты, ну что ты? Ну что ты пищишь? Сейчас я подправлю. Так. Экспозицию. Да, я тебя возьму. Только ты меня не царапай, она меня уже хотела. Не вижу я блох. Они черные. Вот, видите. Она пищит, боится уже. Уже зашуганная, да? Так. Ну-ка. Ну-ка, подруга. Когти, кстати, не выпускает. Вся дрожит. Когти, когда пытается выпустить. Друзья, когда она пытается меня цапнуть, она вроде бы когтями теми же, да, меня там прополосовать, она выпускает когти, потом прячет их, понимает то, что мне больно. Ну, такая умная кошечка, смотрите, как пищит. Давай покажем, есть блохи хоть людям, нет? Видите, друзья, вроде бы чисто все, никто не лазит. Ладно, ладно, все, да, давай, давай, беги, 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 все, я тебя больше мучить не буду. У нее стресс, ну, сами понимаете. Ну, он ей вискоса набрал ей. Себе, как видите, ничего не взял, кроме сосисок. Хотя она их тоже уже кушала, хавала. И вот я ей взял вискоса. Поэтому, друзья, кидаем донаты на корм для этой кошечки. Кто сколько может, да, скажи, я буду признательна. Ну что, ты все, она даже, видите, не хочет кушать. Так, нет, она на кровать уже не идет, бежит на свое любимое кресло. Друзья, поэтому донатим, донатим, не скупимся, донатим. Я думаю, вы лишний раз себе пачку сигарет не возьмете, зато кошечке я что-то куплю. Вот. Я и за свои куплю деньги, вот. Но мне, знаете, спортивный интерес. Мне в этой жизни за год, пока канал есть, только 100 рублей сдонатили. Ну ладно, для меня, для взрослого мужика, это понятно, что позорно там просить, да. Хотя я на себя лично ничего никогда не прошу. Не могу сам заработать. Пусть немного, но могу заработать на себя сам. Вот. Я собираюсь сейчас на камеру GoPro Hero 9. Вот. Восьмую хотел взять на Авито, подержанную, но вот решил девятую взять, потому что там много ништяков, которые вам долго рассказывать, а в другом видосике вам расскажу, что это за камера и какие там ништяки, чем она от восьмой GoProшки отличается. Вот. А для котика, я думаю, для кошечки, вернее, вам не жалко будет хотя бы там 50 рублей, 100 рублей кинуть на корм, пока я ее куда-то не пристрою. Если я оставлю, друзья, ее у себя, я обещаю, будут крутые видосы, интересные, вот. И мы будем с вами вместе наблюдать, как она растет. Что такое, кто-то по мне прыгает, надеюсь, не блохи. Но, ну, хотя, в принципе, мне сказали, что они, ну, цапнут и цапнут, вот. Поэтому от глистов я ей тоже дал таблетки, на днях еще возьму и дам еще и проглистую еще разочек. Вот. Ну и думаю, друзья, то, что все будет круто. Надеюсь, у вас тоже все хорошо. Вот так вот, друзья, спит наша маркиза. После купания прямо на моем рабочем рюкзаке уснула, с которым я на вахту мотаюсь. Я еще и капли закапал от блох, друзья. Я знаю, что через 3 дня только после купания, но она очень активная, и я все гадал, почему она такая, думал, сама по себе, но скорее всего из-за того, что у нее, а вы знаете, что наши маркизы, друзья, я в ужасе, я случайно увидел какой-то черный налет у нее в ушах, потом зашел в том же ютубе, в котором мы с вами сидим и смотрим сейчас данное видео. Посмотрел, это оказался ушной клещ. Сейчас я вам покажу. Аккуратненько так она спит. Давайте посмотрим. Друзья, видите? Сколько много вот этой гадости у нее. Вот я ее завтра... Нет, я ее в пятницу, завтра четверг повезу в ветеринарную клинику. Вот, давайте я сфокусирую. Что-то камера не хочет фокусироваться вообще. И покажу вам, видите, сколько там ужас у нее творится в ушах. Я думаю, почему она постоянно кричит, ходит.
такое вот мое дитя, оно больное все. Были у нее с лапой какие-то проблемы, вроде бы прошла. Потом вот эти блохи, вши тоже вывели, надеюсь. Но вот теперь еще и у нее ушной клещ. Бедолага. Я не знаю, конечно, оставлю я себе или нет, но к ветеринару и по-любому надо сделать доброе дело, друзья. Отвезти ее к ветеринару, чтобы он ей почистил уши, прокапал туда. Видите, у нее еще влажная здесь шерсть, как в масле. Если вы вот рассмотрите, это ей капли. Вот я полку, пока она спит, уставшая после купание, она очень измотанная, у нее, видите, как она расслабленная вся. Я ее прокапал каплями, потому что если бы она уже 3 дня вот после кубки прошло, как тот раз, нет, тот раз я вам вру, сутки прошли, я не мог ей нормально закапать, вы сами видели видосик, когда она вырывалась у меня и не давала мне ничего, я с ней ругался, мы с ней чуть не подрались, да, маркиза? Меня чуть не укусила меня. Хотя я знаю, что она меня не укусила, но вот эта хрень в ушах у нее мне ужасно не понравилась. Поэтому поедем мы с ней в ветеринарную клинику лечить ее болячки. Такая вот наелась, 2 пакетика вискоса слопала. Ой, как зеваем, медь, ей хорошо. Поедем лечиться, маркизы. Поедем, да. Друзья, поэтому подписываемся на канал, ставим вот такие вот жирные королевские лайки. А еще такая просьба, наверное, это должен был это самое первое сказать. Если у вас есть возможность, у вас или у кого-то ваших знакомых, может быть, вы кому-то покажете это видео, и может кто-то у меня эту кошечку заберет или на передержку, пока я на вахте буду, или навсегда. Потому что, ну, мне правда, друзья, мне ее очень жалко, но девать тоже особо некуда. Меня сегодня обрадовали в зоомагазине, ну там при зоомагазине ветклиника, то что эти блохи, они на людей не переходят, как бы, ну может там укусить и не будет жить на человеке. Я думал уже они у меня в голове, поскольку она лазила у меня по всему дому. Но меня немного успокоили, друзья. Если вы, кстати, тоже не знали, кошачьи блохи, они человеку не передаются, они только могут укусить. Вот. Ну а если укусят, тоже могут быть осложнения, глисты, все что угодно. Вот. Поэтому буду надеяться, что меня они тоже не кусают. Если вы можете, если вы взрослый человек, естественно, не ребенок, потому что дети, но я сам ребенком был, и родители некоторым детям, мне, например, мама не очень разрешала животных. И вот возьмет ребенок, да, у меня, а потом мама его или папа на улицу выставит, и будет он также бегать, попрошайничать. Я этого как бы не хотел, там, чтобы животное страдало потом, да, и мне бы хотелось, если бы взрослый, ответственный человек, если бы не один раз думали о том, что хотели бы завести домашнее животное, или у вас уже есть домашние животные, и вы хотели бы компаньона своей кошечке, коту или собачке еще завести животное, или просто вы настолько любите животное, что животных, вернее, то, что вы посмотрели это видео, и у вас вот сердечко ёкнуло, и вы сказали, я заберу эту кошечку, да, и я дам ей столько моря любви, да. Друзья, я вас уверяю, она вам отплатит вдвойне, даже втройне своей любовью, поэтому ставим вот такие вот жирные лайки королевские. Для чего? Для того, чтобы побольше народу, чтобы видео выходило выше в поиске, поднималось, да, от ваших лайков, комментариев, вот, и просмотров, естественно, оно будет выше в поиске, его намного больше людей увидит, и может быть кто-то у меня все-таки заберет эту бедолажку маленькую себе. Поэтому, друзья, вам я желаю мира, вашему дому, вашей семье. Я думаю, что вы мне поможете, хоть кто чем сможет, да. Кстати, если вы не можете как-то вот помочь с передержкой или забрать, вы можете, например, на корм скинуть мне, реквизиты будут внизу под видео, реквизиты моих электронных кошельков, реквизиты, и донат, ссылка на мой донат, вы можете сдонатить там кто сколько может, 10, 20, 50 рублей на корм этой кошечке, потому что я вахтовик, и
как вам сказать, конечно, я там трачу деньги, да, но они у меня тоже не лишние, да, если у вас какая-то лишняя копейка завалялась, я не, друзья, я не попрошайничаю, на Ютубе наберите в поиске Ютуба, что такое донат, это вполне нормально, то есть, да, там где-то на улице, я не в переходе стою, вы смотрите это видео, я уверен, если вы нажали лайк, значит, оно вам зашло, этот видосик, вам оно понравилось, поэтому, я думаю, а и за 10 рублей вы беднее там не станете, да, там 10, там пусть даже рубль, вы это на кармане особо не прочувствуете. Мой КТ лишний раз будет больше сытый. Поэтому, друзья, рассказываем, ставим такие вот жирные королевские лайки, подписываемся на мой канал, на наш с вами канал, он называется Жека. Вот. Ну и, наверное, я желаю вам всех благ. Давайте, пока.